Сезон начался. Футбол и лишь одно поражение потерпев по ходу. Дни назад она была представлена. Были разные мнения насчет новой эмблемы. Но, на мой взгляд, но много перемен в составе. Новый тренер Александр Лухвич. И хоть в 2017-м Динамо Брест и футбольный клуб Минск. Ну что ж, матч стартовал. Довольно сумбурный футбол мы с вами наблюдаем первые минуты матча. Отличный пропуск. Дмитрий Бессмертный бил поворотом, но Веремко не смог зафиксировать мяч. Но в конце концов, не Веремко, а, прошу прощения, Шелихов. И потом исправился. Великолепный пас. Здорово сейчас уже играет Веремко на выходе. Отлично. 73 мяча забили в 30 матчах. Это 2,44 мяча за игру. Это очень и очень хорошо. И в целом на уровне... здесь опасный удар сейчас наносил. Подача. Здорово здесь рикошет показалось мне. Здорово здесь на опережении сыграл. Начался второй тайм матч. Пас налево. Ух, не получился прием мяча. И из-за этого тактического брака отличная передача на Романа Грибовского. Поработал под себя еще раз. Ну же. Нет. Вы знаете, не хватило, наверное, скорости Грибовскому. Решил он обводить своего оппонента. Но мне кажется, что если бы старался убежать, то шансов на успех было бы больше. Но уже неплохо. Уже воздействие было очень отлично выполнено. Ну, а уже во втором, мне кажется, перемудрил. На правом фланге открывается Джигера. Да, ну... очень активен Александр. Может решить исход эпизода. И это очевидно. Казалось, что мяч прошмыгнул в ближний угол, но есть этот пас, и уже выходил бы один на один с Сергеем Веремко. Подача в штрафную площадь. Здесь Бахар, казалось бы, зацепил его. Валерий Маров, мне показалось, что зацепил, но нет. Так, Лукашевич, снова Юрий Козлов, Шепетовский. Козлов, ну, Юрий Козлов, ну да, да, мог бы быть удар на самом деле, но, наверное, такая ничья в стратегическом плане — это не самый плохой результат для обеих команд. Отличная передача здесь. Маров. 3 минуты сыграют команды. 3 дополнительные минуты сыграют команды во втором тайме. Сейчас опасно. Все, матч окончен. Большое спасибо, уважаемые друзья, за то, что были полтора часа смотрели. Были с нами эти полтора часа, смотрели поединок. И мне было приятно с вами работать. Всего доброго. Увидимся и услышимся на футболе. С вами был Андрей Лев. Пока-пока.